Все. Запись пошла. Ну что, доброе утро. В эфире Сергей Нежданов, преподаватель йоги и медитации. Вот сейчас мы будем заниматься практикой динамическая. И как я вот там писал, два слова написал, какие-то там времена первых упоминаний йоги, если не вдаваться в подробности, то вначале это просто были медитативные асаны, типа той, в которой я сижу, лотос, там падмасана, субхасана, ситхасана, свастхисхасана и прочие асаны, похожие вот на позу по-турецки, да, поза йоги. То есть медитативные в основном были техники. У Патанджали было, по-моему, описано 3. Сейчас могу ошибаться. Не буду сейчас называть, но сначала и по времени, там прям с веками прибавлялось там 3 асаны, 12 асан, 30 асан. Уже в 16-17 веке. Потом 80 асан было описано. Потом Айенгар вообще в своей книге взорвал Европу и Запад. Порядка 200 асан было. То есть с течением времени количество асан росло, и динамика, динамические асаны применялись в основном в холодных регионах. Динамика, динамическая практика в холодных регионах, где нужно было разогреть мышцы. И в наше время это прижилось очень хорошо. Это динамика, практика физкультурная, потому что много сидим, мало двигаемся. Офисы, автобусы, трамваи, автомобили, диваны и прочее, прочее, прочее. За водой ходить не надо, включать телевизор даже тоже не надо. Ну, и, то есть максимально, максимально упрощается жизнь с точки зрения физкультуры, да? И нет такого усложнения. Поэтому фитнес-клубы достаточно популярны, потому что людям двигаться нужно. Ну, давайте подвигаемся. Это в двух словах такая вот. Я как-нибудь напишу экскурс по текстам, в каком тексте, сколько и какие асаны были описаны. И вот Сурья Намаскар, например, это техника, я уже как-то это рассказывал, уже техника, которая синтез вот этих восточных, западных практик физкультурных, приветствие солнцу, да, то, что мы сегодня будем делать, динамику, это уже 19-20 век даже. То есть достаточно новое, но это в ногу со временем, это нормально, все видоизменяется. Давайте посидим в тишине, уже, видимо, кто хотел подключиться, подключились. Попробуйте вот эту минутку не двигаться и понаблюдать, что происходит в теле, телесные ощущения, что происходит с чувствами, с эмоциями, что я сейчас испытываю, какую эмоцию, что чувствую, что происходит с умом. Беспокойный, хотя бы вот основные параметры есть. Беспокойный ум, monkey mind, да, прыгает с объекта на объект, все. Хочется шевелиться, хочется взглядом туда-сюда, мысли прыгают. Ум, или он такой уравновешенный, или разрозненный, или в такой в тумане еще, вот, ну, вот утро у многих еще раннее. Хорошо. Вот это все предмет наблюдения, исследования на ретритах, которые, ну не только я провожу, вообще на ретритах, да, исследования того, что сейчас есть, исследования себя.
И в результате этого исследования наступает успокоение и в конце концов остановка или возможность контролировать ум. Классическая схема занятия, ну вообще классика, ну, она даже не классика, такая традиционная, это асаны, пранаяма и какие-то медитативные техники. Поэтому встаем. Сегодня сразу бодренько начнем двигаться. Ножки в начало коврика. А давайте все-таки чуть-чуть разомнем по позвоночнику, поднимем волну. Ладошки, руки на крыле таза и покрутим вот так. Утро. Пусть кровь разгоняется, разливается по все уголочки тела. В другую сторону. Прикладывайте ладошки в разные места. Вот, пояснично-крестцовый переход, тазобедренные суставы, паховые складочки. Вот, поизучайте, как там это двигается. Угу. Теперь фиксируем таз. Верхней частью начинаем. Раз. Вдох, выдох. Шея тоже, голова разминается. Два. Три. Четыре. И еще пять. Вдох. Выдох. Шесть. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо, остановились. Почувствовали изменения. Плечики вперед, вверх, назад, вниз. Раз. Круговые движения. Два. Три. Четыре. Макушка тянемся вверх. Пять. Вырастаем вверх. Шесть. Вперед. Раз. Два. Три. Вдох, выдох. Четыре. Пять. Шесть. Угу. По очереди. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре, пять, шесть. Пробуем одновременно. Правая назад, левая вперед. Или по очереди. Пробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Левая назад, правая вперед. Да? Раз, два, да. Раз. Перепутал. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Угу. Стряхиваем кисти. Стряхиваем. Вот самая быстрая разминка – это тряска. Тряска, вращение. Стряхиваем. Все тело стряхиваем. Вот так. Коленочки сгибаются. Теперь по очереди коленки. Вот так. Попробуйте ягодицами потрясти, бедрами, спина, живот, грудь.
Хорошо. Отлично. Почувствовали, что поменялось? Отводим голову назад. Вдох. Вперед, выдох. Ладошки на затылок. Потянули шею. Повисли. И с небольшим сопротивлением назад отодвигаем голову. Вдох. Вперед, выдох. Назад, вдох. Вперед, выдох. Назад, вдох. Вперед, выдох. Хорошо. Покачали вправо-влево. Убрали руки. Покачали. Давайте подбородок к левому плечу, к правому, левому, правому. Круговое движение. Раз. Другую сторону. Два. Первую сторону. Раз. Во вторую сторону. Два. Еще раз. И еще раз. В другую сторону. Отлично. Повернули голову вправо, влево. Давайте. Динамично. Вправо, влево. Хорошо. Наклон. Растянули правую часть. Вдох. Пальчиками в пол воткнулись. Выдох. Вдох. 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 Выдох. Тазобедренные суставчики и колени, стопы, ну вот таким образом. Давайте. Поза. Присели. Встали. Присели. Колени в стороны, пальцы ног в стороны. Ага. Хорошо. И теперь присели. Правая нога. Большой круг. Раз. Присели. Левая. Присели. Раз. Присели. Два. Присели. 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 Правый. Присели. Присели. Угу. Ладошки перед грудью. Поворот. Раз, два. Раз, два. Теперь повороты. Повороты. Раз, два. Три. Раз, два. Три. Раз. По диагонали. По диагонали. Раз, два. Подмышечную вверх поднял. Два. 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 Ниже. Раз. Вернулись, повернулись, развернулись, повернулись, повернулись, подняли, повернулись, повернулись, подняли, повернулись, вернулись, подняли. Хорошо. Ножки вот так подрыгали. Трясочку создали. Угу. На носочках. Перекатываемся, носки, пятки. Носки, пятки.
носочки вбрось. Носочки внутрь. Хорошо. Пальчики правой ноги покрутили в одну, в другую сторону. Натянули. Постучали. Левой ноги. В одну, в другую сторону. Натянули. Постучали. Давайте еще кисти вывернули. Так, вот так. Раз, два, три. Другая, другой захват, в другую сторону. Раз, два, три. Хорошо. Начало коврика, встаем. Дыхание уджайи, вспоминаем. Живот, ребра, ключицы, то, что в предыдущие дни делали. Сейчас сразу же полным дыханием живот, ребра, ключицы. Вот сейчас сделайте звук О, выдох, звук А. Вдох. Шумное дыхание, нужно его слышать. Выдох. О, вдох. Вырастаем вверх. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Потянулись, выросли вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь руки вперед и смотрим на пальцы. Поясничку фиксируем копчиком вниз, а грудной отдел протягиваем. Выдох. Вдох. Живот, ребра, ключицы. Выдох. Кончик языка на верхнем небе. Вдох. Выдох. Руки вперед, в стороны и развернули вдох. Выдох. С удовольствием подтягиваемся, вдыхаем воздух, вдох. И выдох, отпускаем все, расслабляемся. Вдох принимаем. Выдох, отпускаем. Вдох. Выдох. Ладошки на бедра. И после выдоха до выдоха втягиваем живот. Я вот буду вот так демонстрировать, чтобы мне не... в это время я не могу просто говорить. Вот выдохнули. Отпустили. Руки через стороны вверх. Вдох. Уджайи. Выдох. Опора на бедра.
Вдох. Сначала отпускаем живот. Потянулись. Выдох. Отпустили живот, вдохнули. Заметьте, что корневой и горловой замок тоже подтягиваются, если хорошо втянуть живот. Три замка. Теперь агнисарадхауты делаем после выдоха. Вдох. Руки вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Важная техника. Втягивание живота, пустые удеяны, выдох. Это очистительно, оздоровительно и энергетически тоже аспект. Мы прокачиваем тут энергоканалы. То есть задействована и тонкая анатомия, и физическая сама анатомия мышц и внутренних органов. Руки в стороны. Растянулись. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Вот теперь начало коврика, и мы следующие динамические техники будут состоять в том, что мы будем сначала делать йога-терапевтический вариант Сурья Намаскар, потом аштанга-виньяса-йоговский, потом из традиции Шивананды. Если это ни о чем не говорит, ничего страшного, просто делаем ладошки перед грудью. Руки через стороны вверх. Вдох. Стоп. Вот то, что мы сейчас делали, попробуйте уже без напоминания. Я буду периодически напоминать после выдоха втягивать живот. Договорились? Самостоятельно. Мне сложно это все проговаривать. Это важный аспект. Уджайи. Удьяна. Это тройной замок. Удьяна банха. Муладхара банха. Джаладхара банха. И удеяна. Вот давайте удеяна и тройной замок после выдоха. Это будет усложнение для, по крайней мере, продолжающих. Ну, новенькие, просто двигаемся. Для новеньких задача простая. Попробовать подышать в моем ритме. Выдох. Тянули живот. Правая нога на коленочку. Отошли на коленочку. Вдох. Прогнулись. Выдох, собака головой вниз. Тянули живот. Вдох, коленки в пол. Кошки прогиб. Выдох, планка. И в конце выдоха легли на живот. Вдох. Руки справа-слева. Включили спину. Выдох. Оттолкнулись, сорок головой вниз, тянули живот. Правая нога вперед, выдох. Широкий шаг, вытянулись. Наклон, выдох. Вдох, поднялись вверх. Выдох.
руки в исходное положение. И более динамично вдох, втягивание живота самостоятельно. Выдох. Левая нога назад, вдох. Выдох, собака головой вниз. Колени в пол, вдох, кошка. Выдох, в планке останемся. В планке, вдох. Опускаемся на живот, выдох. Вытянули ребра, поставили, вдохнули, руки справа, слева, вдох. Выдох, оттолкнулись и тазом вверх вытянули себя. Тянули живот. Левая нога вперед, вдох. Выдох, наклон. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох. Повторим то же самое, вдох. Выдох. Наклон. Правая нога назад. Вдох. В широком шаге растягиваем ножки. Выдох. Собака головы вниз. Кошка, вдох. Планка, выдох. И после выдоха легли. Вдох, прогнулись. Пальцами ног упираемся в пол. Выдох. Собака головой вниз. Правая вперед, вдох. Выдох, наклон. Руки через стороны вверх, вдох. Перетекаем из одной позы в другую. Выдох. Плавно дышим, вдох. Наклон, выдох. Левая нога назад, вдох. Собака головой вниз, выдох. Колени в пол, вдох. Планка, выдох. Согнули чатуранга, а потом вниз опустились. Ребрышки поставили, вдох. В стороны руки, локти назад, ладошки на уровне локтей. Выдох. Левая, правая нога, вернее, вперед, вдох. Наклон, выдох. Вдох. Вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Левая нога назад. Вдох. Выдох. Собака головой вниз. Кошка, вдох. Планка, выдох. Планки останемся. Вдох. Выдох. На правой руке. Вдох. Также динамика. Опускаемся вниз, выдох. Поднимаемся вверх, вдох. Вниз, выдох. Вверх, вдох. Вниз, выдох. На левую, вдох. Перешли. Вниз, выдох. Вверх, вдох. Вниз, выдох. Вверх, вдох. Верхний бочок потянули. Нижний бочок потянули. Укрепляем боковые линии. И это такая зачистка каналов Ида и Пингала. Планка, вдох. Правый и левый канал. Выдох.
Чатуранга вдох. Выдох. Легли. Вдох. Отпустили все. Выдох. Ребрышки потянули. Продолжаем вдох. Руки в стороны. Выдох. Собака головой вниз. Не забываем втянуть живот. Левая нога. Вдох. Выдох, наклон. Руки через стороны вверх. Выдох. Несколько дыханий. Несколько секунд стоим, наблюдаем. Наблюдаем за изменениями происходящими. И переходим к следующему. Аштанга виньяса йоговский. Вариант приветствия солнцу. Вдох. Выдох, наклон. Тянули живот. Пальцы вперед. Вдох. Посмотрели. Выдох, пальцы назад. Пальцы вперед. Вдох. Небольшая вставочка виньяса. Выдох, разогревчик. Пальцы вперед. Вдох. Сгибаем ножки так, чтобы можно было живот чувствовать на бедрах. Выдох. Ладони под плечами. Посмотрели вперед. Вдох. И на выдохе прыжком или отшагиванием в нижнюю планку. Выдох. Собака головой вверх. Вдох. Ягодицы поджали, поясницу бережем. Выдох. Чатуранга. И из нее собака головой вниз. И здесь мы дышим с втягиванием животика. Вот я буду боком. Вдох. Выдох. Втягивание. Вдох. Не видно все равно. Выдох. А вниз отхалки. Посмотрели вперед. Вдох. Посмотрели назад. Выдох. Тянули. Посмотрели вперед. Вдох. Посмотрели назад. Выдох. Тянули. Посмотрели вперед, вдох. Чередуем прогибы и вытягивания. Выдох. Подбородок на грудную клетку. Втянули три замка. Посмотрели вперед, подпрыгнули двумя ногами или подшагнули к рукам. Вдох. Наклон, выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Наблюдаем. Когда мы стоим вверх ногами, голова внизу, вот в этой горке, это перевернутая поза. Максимально расслабиться, максимально, чтобы у нас в перевернутых позах действие такое. Но считается, что прана, энергия прана называющаяся, это потоки вверх идущие, а пана вниз. И вот когда мы переворачиваем голову ниже, вот стойка на голове, которую я онлайн не буду давать, или вот эти вот наклоны, когда мы голова ниже. И если мы дольше это делаем, сейчас будем дольше делать, то прана с апаной начинают меняться со временем, если мы дольше это делаем. И наступает как бы вспять вот это, вот эти энергии начинают работать, ну наоборот. И наступает, как считается в йоговских текстах, омолаживающий, такой оздоравливающий эффект. И это предмет, конечно, изучения. Давайте, поехали дальше. Вдох. Я найду. Выдох.
если исследование на тему перевернутых асан, вдох, ну, как минимум, это точно венозный приток улучшается, высвобождаются там какие-то заторчики, ну, вот если порассуждать, да. Потом, когда мы обратно переворачиваемся, кровь опять все начинает пробивать, капиллярчики. Если так поразмышлять, ну, должны быть исследования. Руки через стороны, ножки сгибаем, вдох, утката асана. Вот такая. Выдох, вернулись. Вдох, утката асана. Ниже, выдох, и вернулись. Попробуйте присесть так, чтобы не прогнуться в пояснице. Вдох. О, даже видите, чуть не упал. Выдох, наклон. Посмотрите вперед, вдох. Отпрыгнули, отшагнули. Четуранга, выдох. Собака головой вверх, вдох. Ягодицы, ягодицы поджимаем, поясницу бережем. Выдох, собака головой. Вниз. Левая. На следующем вдохе, давайте вдох, выдох. На следующем вдохе, давайте с правой ноги. Правая нога вперед. Раз. Левая пятка в пол. Это будет вдох. Вера Бадрасана. Выдох. Четуранга. Вдох. Поднялись. Выдох. Собака головой вниз. Левая нога вперед. Вдох. Правая пятка в пол. Выдох. Четуранга. Собака головой вверх. И через четурангу желательно. Собака головой вниз. Шесть вдохов, выдохов, вдох. И втягивание живота, выдох. Втянули. Ослабляемся, вдох. Как будто бы за таз кто-то подвесил, выдох. Можно покачивать тазом вправо-лево, вдох. Выдох. Голова висит, вдох. Выдох. Вдох. Еще голова висит, выдох, втягиваем. Дыхание уджайи, вдох. Смотрим вперед, под шаг или под прыг. Вдох. Сгибаем ножки. Наклон, выдох. Сгибаем ножки. Руки вверх, вдох. Выдох. Вдох, выдох. Это был Аштанга Виньяса Йоговский от Патабхи Джойса. А и Б Сурьямаскар. Теперь в традиции а-ля Шивананда. Вот, немножечко он изменен, но похож. Вдох, руки через стороны. У каждого чуть-чуть свои были. Выдох. Мне шивананда очень нравится. Правая нога назад, прямая. Ручки, вдох. Вот такой. Прямая нога сзади. Выдох. Планка. Планки, вдох. Опускаемся на 8 точек. Выдох. Кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Правой ногой шагнули вперед. Вдох. Выдох. Наклон. Ножки вместе. Руки через стороны вверх. Да? Выдох. Вдох. На вторую ногу. Выдох. Наклон. Левая нога назад. Вдох.
Выдох. Планка. Планки, вдох. Опускаемся на 8 точек. Выдох. Таз вниз. Кобра, вдох. Голова вверх. Таз, голова вниз. И через вот так почти что позу ребенка. Поднялись, выдох. Левая нога вперед, вдох. Широкий шаг. Выдох. Наклон. Руки через стороны вверх. Выдох. Все, отпускаем. Ставим руки внизу. Спокойно дышим, наблюдаем за тем, что поменялось в ощущениях. Хорошо. Сейчас сделаем 3 достаточно интенсивных подхода пранаяямы. И на этом будем дальше уже садиться. Первое. Много раз уже делали. Надеюсь, что все, кто присутствует. Ну, новеньких нет. Сильно обсуждать, объяснять много не буду. Просто делаем, да? Первое у нас дыхание. Пранаяяма. Развитие дыхательного центра. Пранаяяма. Первое. Капалабхати. Сразу же за ним будет пхастрика, сразу же за ним будет задержка после вдоха, сразу за ним будет после, задержка после выдоха. Итак, 3 раза. Такой интенсивчик. Капалабхати. Мощно. Включаем мышцы. Мощно. Выдохнули. Теперь сразу же пхастрика. Руки назад. Вдохнули полностью. И не дышим. Щеки надули, плечи вверх-вниз. Как насосом поднимаем до вдоха. Выдох. Ха. Втянули живот. Отпустили живот. Ножки вместе, руки через стороны. Вдох. Уджайя. Выдох. Вдох. Уджайя. Выдох. Сохам или оа. На вдохе шепотом о. На выдохе а. Стоим. Не теряем режим наблюдения. Наблюдение, самосозерцание, прослеживание изменений. Капалабхати. Чуть побыстрее.
сильно, ну, мощную мощность добавляем, мощность. Хастрика плечами. Все, выдохнули. Зажали ноздри большими пальцами. Сделали вдох. Перестали дышать, щеки надули, положили подбородок на грудную клетку, приседаем. Да, вдох. Выдох со звуком ха, гнисара цаути. Отпустили живот, ножки вместе, руки вверх, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох. Наблюдаем. И третий подход. Капалабхати. Быстрый вариант. Хастрика животом. Ставим ладошку на 2 сантиметра перед животом и пробуем животом дотронуться до ладони. Перестали дышать, щеки надули, лопатки бьем все лопатки. Да, вдох. Живот. Отпустили живот. Руки в стороны, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох.
Садимся. На подушечку, на стульчик, куда угодно. Надеюсь, взбодрились и все ощущают изменения. У нас какие могут быть изменения в теле, в пране, в праническом теле. То есть такая энергетизация произошла. Есть? Есть такое? В ощущениях, в этих, в чувствах, в состоянии ума. Наблюдайте. Теперь мы выравниваем нади, шатхана и пранаяма. Нади, шатхана и пранаяма выравнивает правую и левую половинку. У нас есть ида, левый канал пингала, сушумна. И дыхание по сушумне, осознавание центрального канала. Начинаем. Две ноздри дышит, вдох. Выдох. По позвоночнику с задней стороны идем вдох до макушки, выдох по передней части до промежности. Вдох. Выдох. Делаем вот такую мудру для дыхания правой рукой. Большой палец, мизинец и безымянный перекрещены, и два указательный и второй палец, забыл, как называется. И их ставим вот сюда, на межброви, активируем третий глаз. Правый, большим пальцем правую ноздрю перекрываем. Перекрестком, мизинцем перекрываем левую ноздрю. Попробуйте. Работает? Работает, да? Теперь две ноздри вдох. Внимание, межбровье, выдох. Сосредотачиваемся внутри головы. Межбровье, туда вот, как третий глаз, да, называют, вдох. Выдох. Вдох. Закрыли правую ноздрю, влево выдох. Вот буду рукой показывать. С левой стороны вверх, вдох. Поменяли ноздри вправо, вниз, выдох. Вправо, вверх, вдох. Лево, вниз, выдох. Вправо, лево, вверх, вдох. Вправо, вниз, выдох. Право, вверх, вдох. Лево, вниз, выдох. Лево, вверх, вдох. Пережали ноздри, не дышим. Справа, вниз, выдох. Закрыли ноздри, не дышим. Справа, вверх, вдох. Не дышим. Лево, вниз, выдох. Не дышим. Еще один цикл сделаем. Слева вверх, вдох. Не дышу. Право вниз, выдох. Не дышу. Право вверх, вдох. Не дышу.
Лево вниз выдох. Не дышим. Отпускаем руку. Две ноздри. Вдох. Выдох. Осознаем центральный канал. Вдох. Сушумна. Нади. Выдох. Из промежности вверх. Макушка. Макушка промежности. Вдох. Выдох. Ладошки развернули. Большие пальцы с указательными соединили. Сидим в тишине. Все расслабляем. Хорошо, теперь делаем вот такую стрелочку, указательные пальцы соединяются, остальные, как шестеренки, друг в друга входят в мембранки, вот так. Пальчик указательный коснулись, а большими перекрестили. Вот такая стрелочка получается. И положили ее перед собой. Наблюдаем. Друзья, мы закончили. По необходимости, по желанию шавасана, если есть на то время и желание расслабиться. Шавасана всегда хорошо, в любой момент расслабиться. В век, когда у нас напряжений в общем и целом больше, чем расслаблений, поэтому это не помешает. Кто не может полежать в шавасане, выберите сейчас. Выберите днем, вечером, время себе. Просто полежать. Полежать, понаблюдать за дыханием, понаблюдать за ощущениями. Я закончил. Спасибо за прекрасное занятие, за прекрасную компанию. Ну, завтра продолжим. Вроде... Пока у меня без сбоек все идет. Всем спасибо, обнимаю. Вот Андрей присоединился, вижу. Света. Все, всем пока.